Саур-могила. Древнее место силы для людей Донбасса. Здесь уже произошло одно из самых жестоких сражений Великой Отечественной, когда Красная Армия отбила эту высоту у фашистов. В недавней гражданской войне в Донбассе советский мемориал на Саур-могиле был полностью уничтожен артиллерией ВСУ. Но ополченцы ДНР встали на защиту Саур-могилы и сумели удержать высоту. Многие из них погибли. Ой, Екатерина, с наступающим вас праздником, с Днем Победы. А вы знаете, что есть патриотическая песня, связанная с вашим именем? Знаете? Про Катюшу. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Расцветали яблони. Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, вечно заходила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша.